Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Вадим Котом. И, ребят, сегодня мы посмотрим на игрушечки, которые называются «Моя говорящая Анжелка» и «Говорящий котик Том». Это, ребят, первые части игр, поэтому ставьте лайки, усаживайтесь поудобней и мы начинаем. И начнем мы, ребят, с Анжелочки. Так, Анжелика, привет-привет, моя красотка. Так, опача, ребят, сейчас. Анжелка проголодалась, моя девочка. Я не понял, у меня что, первый уровень по Анжелке? Ребят, вы представляете? О-о-о. Кстати, я удалил когда-то ее, а это Ростислав мне установил Анжелку. Моя ты маленькая девочка, на, попей молочка. Конечно, она, ребят, не наелась. Не наелась, моя маленькая кошечка. Так, ребят, сейчас я накуплю. У меня, смотрите, монеток хватает. Так, зык. Все, детская еда. Идем кормить Анжелку. Анжелка, будешь морковку? Давай покушаем. Покушать надо обязательно. А теперь мы, ребят, пойдем с ней в ванну умоемся и помоемся. Третий левел у Анжелки. Угу, круто, пятна клеек получаю. Вау, класс, куда? Опа, распечатываем. Так, пока что это все старые картинки. Новых я пока не вижу. Так, быстренько, бджик. Так, ребят, ну как вам Анжелка? А, люблю эту игру, она очень старая игра, но она очень и очень классная. Так, девятая наклеечка, смотрите, какая кошечка крутая у меня. О, е, ребят, 19-я, я разблокировал серую шубку. Конечно, примерить. Опача, ес. Ес, мои хорошие, смотрите, Анжелка у меня серенькая. А-ха-ха, круто. Так, 20-я. Опа, о, думал, может, еще что-нибудь получим. Нет, спасибо. Так, ребят, опа. О, появился новый альбом. Обалдеть, ребят. Вот, я помню, я когда-то играл в Анжелку, я весь альбом заполнил, а вот уже появился и второй. Обалдеть, крутяк. Так, наелась, пошли умоемся. Давай, закину тебя в ванну, быстренько. Опа, мылом. Уточка. Опа, смотрите, ребят, Анжелка любит купаться. Давай, а уточка не берется, кстати. Вот моя маленькая принцесска. Так, хорошо, теперь зубки. Анжелка, ну прости, я вижу, как ты хочешь сильно спать, но надо же сначала привести себя в порядок, да, ребят? Вы со мной согласны, что обязательно перед сном нужно почистить зубки? Так, ух, как блестят, умничка! Че, четвертый левел будет? И, опа, да, ребят, четвертый левел! Крутяк-крутяцкий. Так, ладно, опа, ну стопы. Купить за 200 очки? Да не, ну давайте, ладно, пусть будет. Опа, давайте мы сразу, ребят... Дизайнерское платье есть, ребят, смотрите какое, да, мне это нравится. Но дизайнерское платье я не хочу, потому что я сейчас хочу Анжелку положить спать. Так, дайте нам бесплатное что-нибудь. Для бега наряд? Нет. Вечеринка? Нет. Опа, летнее сияние. Круто. Нет. Ух ты, смотрите, розовый наряд. В принципе, неплохо. О, за 100 монеток можно купить клубничное платье. Так, а я не понял, а где пижама? Ребят, где пижамка? Ладно. Блин, слушайте, я ее положу спать в дизайнерском платье. Так, может еще потанцуем сходим? Она, ребят, засыпает. Я не знаю, будет она меня слушаться. И давайте попробуем. Круто, Анжелка, молодец, кошечка, девочка, бам, ух, ес. Супер, ребят, супер. Все, не буду Анжелку мучить, ребят, мы все эти уровни, конечно же, с вами знаем. Мы уже сотню раз, наверное, играли в начало Анжелки, да? Пусть она спит, высыпается, а я схожу сейчас до проказника Тома. Том, ты меня ждешь? Да, Ванюха, жду, заходи. Иду. О, привет, дружище. Ребят, смотрите, какой Том! Я думал, это Том, мой говорящий Том, первая часть, ну вы помните?
А это, смотрите, какой грозный, зеленоглазый, красивейший кот. А, Том, я обожаю тебя кормить, ребят. Так, давайте пусть он скушает арбуз. Арбузик для Тома. Давай, мой друг, давай. И... О-о, ребят, прячьтесь, сейчас будем стрелять. Воу-воу-воу. Ах, Елыба ты. Ой-ой, не царапай меня. Да, и... Ух ты, елки-палки, какой ты пукарь. Пукарь. Так, ребят, смотрите, он хочет спать. Давайте напоим его молочком. А ну-ка, Том, что скажешь, как вкус? Как пепси-кола или нет? Ху-ху-ху. Ребят, реально, отрыжка у него, как после пепси-колы. Так, ну на, еще перчик съешь, я знаю, ты любишь это дело. Ха-ха-ха, как паровоз, ребят, как паровоз. Ого, рот как у бегемота, вы видели? Обалдешный обалдец. Ладно, красавчик, что у меня еще есть, ребят? У меня еще есть два... О, мороженка будешь? А там вкусное, ребят, фруктовый лед. Я люблю такое. А, это светофор. Красный, желтый и зеленый. Тыдыщ, на тебе. Так, ребят, и что у нас еще есть в похавке? Есть вкусный-вкусный бутерброд. Том, вставай. Торт есть, ребят. Ладно, пусть будет бутер. Видите, что? Ну, капец-капецный. Так, Томчик, молодец. Ребят, короче, все, у нас сегодня такой коротенький ролик был. Про Тома и про Анжелку. Мы с вами вспомнили, какие есть игрулечки, да? Самые-самые старые игры. Моя говорящая Анжелка и говорящий Том. Оказывается, это не обычный был Том, а это был вот такой вот грозный зеленоглазый. Ставьте лайки, подписывайтесь, тыдыщ, на канал. И помогите собрать 10 тысяч лайков под этим видосиком. Все, ребят, спасибо за внимание. Пока-пока.